Я к Вовочке ближе. Давайте, пропойте. Кущу. Твоя дань, не прощающийся тебе, Господи, Троическое веся поклонение. Ради тебя, Бог, глаз свидетельствовавший тебе, возлюбленного Отца Сына именуя, иду. Отец наш Небесный, мы предстали перед Твоим величием. Воззри на наши просьбы, благослови это собрание. Наполни уста наши радостью общения с Тобою, благодарственной и славословящей молитвой, не только просительной. Будь с нами, Господи, мысли направь в нужное русло. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, покажите, у кого с собой бумага и карандаши? У нас нет сейчас занятий в университете, я сказал, берите с собой. Бумагу и карандаш. Не записывайте, ничего не будет. С чем пришли, с тем и уйдете. Иоанн Златоуст говорит, если ты ходил в храм Божий, ничему не научился, напрасно дворы топтал. А учился для того, чтобы исполнить. Я вот сейчас буду задавать несколько вопросов, а вы поднимите руку, кто знает. Вот смотрите. У меня в руках фотоаппарат был. Не мой, Виктора Николаевича Савченко. Ну, она уже в этой гармошке, в гаманке-то лежит, это в сумочке-то, она раскрывается. Несколько раз он выпадал. Ну, я не могу ничего пришить, сделать там резинку, потому что не мой. Ну, чувствую, что-то не ладно. А он такой добрый, мне отдал, на, фотографирую. Я залез на крышу, вторую голубятню, голубям давать. А он у меня нормально. Внизу стоит тазик. Тазик прикрытый железкой, чтобы туда не залазили голуби, а только пить можно было. Расстегнулся и падает, ударяется по железке, по этой, закрывает тазик, подпрыгивает и падает в воду. И воды-то столько-то. Я выхватил, но самое больше 1.5-2 секунды. Напал, нету. Я только успел крикнуть «Ах!». Скажите, в Библии где-нибудь встречается такое, чтобы слово «Ах!» было? Вот такое несчастное событие, и «Ах!» выкрикнул. Я вам предисловие это делаю, это, чтобы подвести к делу. В Библии есть ли такое, чтобы человек крикнул «Ах!» и восклицательный знак? Или запятая там была? Ну, поднимите руку. Так, говори, где это написано? Я не помню, наверное. Ну, тогда ничего не знаешь. Так, конечно, хорошо знать. Я дорогу знаю, только не помню, куда поворачивать. Путешествие пилигрима, это хорошо описано. Лучше не выходить, никто бы не знал, что ты отвечаешь на незнание. Три раза во всей Библии.
И все три раза были побудительными к молитве. К молитве необычной. То есть человек понимал, что же я наделал. Ну, если возможность выйти. Было даже так один раз. Ничего нельзя было поправить. Смотрите, сколько загадок загадал он. Записывайте себе. А записывать надо, иначе вы ничего не поймете и уйдете. Четвертая книга Царств. Шестая глава, шестой стих. У пророка Илии был ученик очень хороший, прилежный, Елисей. Его знают только тем, что он плешивый был. Я до сих пор толком не пойму, чем плеш отличается от лысины. Я вот плешивый или лысый? Лысый. Плешивый. 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 Лысый — это когда вообще нет ничего, у него волосы есть. Лысый полностью нет волос, а плешивый есть волосы. Так у меня есть или нет? Есть. Ну ладно, с Елисеем меня сегодня. Да. Его называли человек Божий, иногда его имя даже не постанавливается. И они решили жить в общежитии, сыны пророческие. Валят лес, все это около Иордана. Рубят топором, а бедные, топор тогда было это большое достояние. Его просто так нельзя было достать. И он у кого-то занял. Ну не посмотрел, как у нас тут, не расклиненный-то. И стопорище-то соскочило, это самый топор-то, и булькнул в воду. Он только крикнул: ах, человек Божий, топор-то был взятый. И он говорит: покажи где, вот это важно, о чем молиться. Я подбиваю все к молитве пока. Это я не кругами хожу, а прям напрямую выхожу здесь. Елисей говорит: где? Он подвел, а уже пока ходил к Елисею, ахал там, уже, ну точно запомнил, вот здесь. Ну что нужно сделать? Восвод позвонить, водолазов вызвать на глубину до 40 метров? Ничего подобного. Он делает совершенно наоборот. Нужно грабли какие-то сделать, крючок доставать, магнит, чтобы прицепить. Вот ничего этого они не знали. Они знали одно: есть Бог Иегова, который слышит и отвечает. Вы знаете такого Бога, который отвечает? Я в конце вам скажу за неделю, сколько у меня этих случаев было. Притом не то, что я на себя накатываю, это люди свидетельствуют со всего мира, как молитву Бог слышит, буквально от мертвых восстают люди. Это Бог делает. Мертвый топор лежит на дне, он отрубает кусок дерева и бросил его, и топор увидел. Это магнит, не дерево. Топор-то он дурной. Воткнулся вот в деревяшку, то он его тогда взял и вытащил. Ну где в мире вы видели такое? Чтоб деревяшки... Да еще в воде притягивалось железо. Вот и все законы Божии о притяжении земли, они оказались в данном случае послушны одной молитве. А дальше уже неизвестно что. Ну понятно, что построили, топор отдал на место и записали это в Библию. Второй случай, когда сахали. Был очень трудный момент у Израиля. Враг сильный со всех сторон. И нашелся полководец, храбрый, сильный, любит народ свой. Битва была ужасная, но перед битвой он молился Богу и пообещал: Господи, вот вернусь домой, и кто первый выйдет со двора, в жертву дам тебе. У него быков, верблюдов, всего хватает. И когда победа была одержана, он возвращался с победой, трубные звуки. Везде звук несется: победил Ефай, Израиль свободен. И в это время со двора выбегает его единственная дочь. Он так ахнул: ах, дочь моя, что ты сделала? Он никак не думал, что в обещание войдет то, что самое дорогое. Как у Авраама. Самое дорогое Бог потребовал. Здесь Бог не требовал. И мы видим, что это ах не привело ни к чему. По сегодняшний момент никто не знает, что она плакала. Он отпустил ее на месяц. Она оплакивала свое девство. Ну, не написано, что он ее заколол и принес в жертву. Хотя поэты это, как фрукт, описывают так, что он принес жертву. Никогда не обещай, когда не знаешь, что впереди. Вот сын был у меня в Афганистане, вот так трудно было, он пообещал: никогда не женюсь. И вышли из плена, вернулся,
все это отхлынуло, встретилась хорошая девушка, и теперь мне пишет, что же ему делать? Идите к батюшке. Господь отсылал к священникам. Будет ли это признано как клятва? Если да, значит остаться одному. Да вот я, другой приходит не по неразумию, принял монашеский чин. Ну, просто я совсем не думал, да я сделал это для того, чтобы девчонки досадить. Она за меня замуж не пошла, и я это решил принять монашество. Это практика у меня была. А дальше там жизнь пошла по-другому. Приезжает у меня и спрашивает, что ж теперь мне делать? Встретил такую девчину, не скажешь, а у него талант такой, он поет, он певец, на международные конкурсы идет, премии получает. Международные, это не просто какое-то пение, а там ария, Бородина, князь Игорь и прочее поет. Я говорю, если ты делал в церкви, да, в церкви, постригал меня епископ Антоний. Ничего не могу сказать. Я против обетов, но здесь он уже дан. Я могу только плакать, молиться, чтобы Бог дал тебе силы. Он женится. Потерял всю веру. Я встречаюсь с ним, они говорят, никакой веры нету. Бог отнял все. И ожесточение, и везде не ладится, везде не ладится. Наконец, покупает отдельное место, уезжает где-то в уединение там со своей женой. Не обещай, чтобы не обещать самого себя. Ну и третье, это военные успехи. Прежде чем воевать с кем-то, люди силы взвешивают с 50 тысячами против 100 тысяч пойдет или не пойдет. И заключает союз израильский. То есть еврейский царь с израильским соступническим силы замерили маловато. Давай мы еще прихватим с собой аммонитского царя там какого, языческого. Ну и решили сделать в обход по пустыне на Моава напасть. Идут неделю. Ни одного источника, ничего нету. Ах, завел же нас сюда кто-то. И в пустыне теперь мы все погибаем, как Илья Отступник. А вот теперь уже, раз все погибают, сахали. Куда? К Богу. А до Бога-то мы все не можем добраться. Ну, хоть кто-то есть человек Божий, да, есть один пророк. Кто он такой? Елисей Плешивый, опять к нему. Вы знаете, что сделал Господь? В пустыне, и он им говорит, ройте рвы, каналы, копайте. Какие каналы там, на 100 метров, может, глубиной его нечем. Делайте. Ни дождя, ничего нет, и вдруг рвы начали наполняться водою. Всех напоили, все. А Моаву кто-то донес, что на вас идут три царя. Он оттуда выделил войска, утром встали. А в утренних лучах вот эта вода залила, как кровь. Им ничего не пришло в ум, как они, говорят, перессорились трое между собой. Но они же разные. Америка, Советский Союз были вместе. И Гитлер ждал, когда перессорится, и победа на его стороне будет. Но они совершенно, говорит, несовместимы. Как они совместились? Гитлер этого никак не мог понять. И Моавицкий царь не мог понять. Это они перессорились, и кровь показана. А там не кровь. Кровь прольется из, и Моав будет разбиты. Три раза, и три раза, ах, побудительнее к молитве. Так у нас бывает? Нет. Вот у меня, когда я не додумал сахал туда, я начал молиться. И делать совершенно не то, что нужно делать. Я давай включать, чего не надо было делать. Я его включил. Там, значит, замкнуло. Я его давай вешать на прищепки, чтобы... Ну, это уже дело другое. Вот эта неделя у меня особая была. Отовсюду звонили люди помолиться. Вы знаете, что такое молиться? Какое изнеможение приходит? Я чувствовал, кто-то ко мне прикоснулся, из меня изошла сила. Это Господь говорит, который вселенную сотворил, и из него изошла сила. Это до дрожи в ногах. Ты едва можешь ходить. Срочный звонок. У меня дядя, неверующий атеист, помирает. Ну как бы сделать-то, чтобы задержать-то маленько и чуть-чуть убедить его хоть как-то, чтобы принял крещение-то? Не знаю, у меня все содрогнулось. Это какие молитвы надо? У меня кто? Володя вот он снимает. Володя, на молитву, мы бросили все. Проходит совсем короткое время, дядя ожил, как будто не болел. Послали к нему в другой город, позвонили, пришел священник, появилась вера, его исповедовали, причастился и живет. Проходит время, маленько совсем, опять та же история, повторение, опять тоже, но с другим. Санкт-Петербург, этот звонит,
с одного конца страны, другой с другой. Сын болеет, невозможно, 11 лет и прочее, при смерти. Это невозможно. А вы говорите, заниматься нечем. Я просто говорю, опять Володя на молитву. Звонит Краснодар. Это знаете, где юг туда? Это не Красноярск. Мать приходит домой, дверь не открывается. Значит, умер. Но мать-то не знает, что за него молятся-то кто-то. Не мы там, другие, а кто молится-то. Но у людей все мысли направлены к нам, потому что мы вас, это другой человек уже просил. Это с разных сторон звонит-то. МЧС вызывают. Они же за 15 минут дверь спилили, вошли, и как только дверь сняли, он как воскрес, вышел на встречу. А что вы тут делаете-то? Совершенно живой 11-летний мальчик. Вещи абсолютно невероятные. Я их всех поставил на молитву. Я говорю, мы молимся только тогда, когда вы согласны с нами одновременно стать на молитву. И вот как у нас положено три святое и 100 поклонов. И Бог дает какую силу молитве эти люди на новые, пришедшие. У них такая вера в это, что помолишься, и Бог что-то сделает так именно. И он говорит, опять на меня напали свидетели Иеговы. Вот прям до того настырно это, но я думаю, как бы им о Боге-то рассказать-то? Они ничего не понимают, одно и то же долдонят. Я говорю, у меня есть хороший друг в Барнауле, Игнатий Тихонович Лапкин. Вы знаете такого? Она мгновенно перестала говорить, младшая схватила другую за руку, побежали отсюда. Это самый наш враг, который против нас борется. Помянул! Значит, посеяно, что мы даем там, я тут абсолютно ни при чем. Это Бог делает. Бог наводит страх. Он наводит. И вот это ах, мы пропали в пустыне, мы должны почаще ударить самого себя, чтобы упасть на колени. Я подвожу еще и к тому, что в интернете очень много отвечают на вопросы некоторые. И боятся назвать. Я конкретно называю. Вот сегодня у меня трудности, плохо компьютер работает. Вот так много смотрю. У них сотни роликов, сотни отвечают. Ну, конечно, там столы разные сидят. Весь мир знает, там Дмитрий Смирнов. Ему вопросы задают, он отвечает. Я так и сахал. Посмотрите, сейчас я покажу вам. Я не согласен с ними. У тебя хорошее зрение. 8.20. Прочитай слух. Слушайте внимательно. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. То есть, обращайтесь к чему? Обращайтесь к закону и откровению. Вы должны обращаться к закону и откровению, кто задает вопросы. А если те отвечают не так, то в этих ответах нет света. И вот я смотрю, отвечает один ролик, второй, третий, пятый, десятый, 120-й. Ни разу к Библии не обращаются. Попы вообще не знают Библию. Ни разу ко Христовым стопам не припадают. А он сидит, разлепешится, моих три веса таких надо. И люди-то обращаются, верят. Им это очень нравится. Любой вопрос отвечает. Я нахожу на 100 вопросов, может, три правильных только ответы. Три. И это вплоть до патриарха. Почему? Я не умнейший, я сравниваю с Библией, а Библию дал мне понять. Обращайтесь к закону и к откровению. Вы не ко мне обращайтесь. И если эти люди, кто отвечает, не так отвечает, нет в них света. Там дайте какую-нибудь одну книгу красную, вон сзади, там мою. Вот сзади, вот, да, подними сюда. Вот у нас вышли книги. Они называются, смотрите как, «Открытым оком». Видно тебя? Вот. Первую страницу только открываешь, сразу начинаются вопросы и ответы во свете Библии. У нас название книг, я никогда не думал, что мне придется это слово употреблять когда-то. Во свете. Нет в них света. Почему? А там Библии нету. Во свете Библии. И вот в этой книге 752 страницы. А их 30 тому. В каждой книге я обращаюсь к Библии в среднем 3000 раз. В среднем. Это 100 тысяч раз. В книгах. Прошлые годы. Я вчера-то все итог стал подбивать, и у меня в памяти стало всплывать. Я готовил большую тему.
из разных книг выбирал, писатели что сказали, хорошие рассказы Льва Николаевича Толстого, Чехова, Лескова. Брал и, значит, называлось «От тьмы к свету». Я тогда не знал, что будет компьютер, у меня книги будут открытым оком во свете Библии, но опять слово «свет» там у меня фигурирует. «От тьмы к свету». Это примерно у меня было уже на 26-30 часов. Часов? Это все насчитано будет. Из старинных журналов «Паломника», церковные журналы, светская литература, из Максима Горького. То есть очень сильные-сильные рассказы Тургенева. То есть классику все это брал. Не стихи, стихи у меня отдельно была поэзия взята за 300 лет. И вот это «Во свете». Теперь я попрошу вас здесь прочитать. Послушайте еще одно место. Возьми-ка, прочитай. Назовите, что здесь Иеремия. Можно будет прочитать. Пятая глава, наверное. Так, где-то у меня здесь есть. Посмотри, здесь видно, нет слова Иеремия. Это про судьи. Что-то я тут забыл. Да, оно прям явно где-то видно было. Подожди. А вот оно. Вот Иеремия 5.31. 5.31. Слушайте внимательно. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Понятно? Пророки, не лжепророки. Это настоящие пророки, предсказатели, это кого святыми отцами, может, называют. Может быть, эти люди на соборах сидели. Я не знаю, не обвиняйте меня, я не обвиняю, я просто говорю, это пророки Израиля. А священники посредством их господствовали. Ему говорят, а вот воин Яценецкий, он был вот так, говорил так, что... Ну, правильно он говорит-то. Ему не нравится, он его сразу отдаляет. Это нет, это мог частное мнение, он ошибался. Ты сравни с Библией, не со своим мнением-то. Тебе что же на суд быть? Я смотрю, вот выступает Всеволод Чаплин, очень близкий к патриарху. Недавно он выступил большой ролик против Андрея Кураева. Вместе пили, ели, работали. Сейчас они его гвоздают по всем швам. Я перетащил на свой эфир. Я смотрю, когда выступают у них глаза, не моргнув. Я смотрю в глаза, когда они выступают, а там съемки отличные такие. Я только думаю, Господи, дай им молитву познать, что такое молитва и что такое слезы. Я не вижу в их глазах даже отсвета. Отсвета от истинного света. Другой раз не буду говорить про них, еще такие выступают, я смотрю, вот как взгляд удава какого-то. Как кобра какая-то смотрит, проглотить, кого еще прикажете? Я готов. Я не об этих людях говорю вообще. Они это будут знать, они меня живьем будут сжирать за то, что я говорю. Но я не скрываю ни имена, ничего, Библия все имена открывает. Нас не будет, а это останется. Я исследовал Иоанна Златоуста так, как редко кто его исследует. А когда стал узнавать, оказывается, никто не исследовал. Я говорю, скажите, проповедь Златоуста сколько звучала? А кто знает, мы же там не были. И я не был. Ну, я интересуюсь, я узнал. А как ты узнал? Очень просто. Я взял эти проповеди на греческом языке. И в каждой проповеди посчитал, сколько букв. В каждой. Теперь техника помогает, техника. Взял другие проповеди, которые я говорю, они напечатанные были. И сколько уходит времени. А как он говорил, быстро или не быстро, внятно. Я разговариваю с греком. Как у вас речь идет? Вот так, я говорю, я считаю так вот. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Я представляю, Златоуст говорил не быстро, как Солженицын. На меня говорят, быстрым солженицынским слогом Лапкин разговаривает. Но когда я проповедую, я более растянуто. И я понял, его проповедь в среднем была 30-35 минут. 30-35. У меня 25 минут было. А меня упрекали, что я долго говорю. Я имею перед собой того, кто дольше говорил. Хоть меня называли Златоуст, я далеко не Златоуст. И в среднем, в каждой его проповеди... Он ссылается на Библию от 30 до 70 раз. Я беру 35. То есть каждую минуту один раз он открывает Библию. Минута входит, Библию открывает. Посчитайте сегодняшних проповедников. Тех, которые выступают. 30 минут он дает интервью. И таких я беру 100
И ни разу он не сослался на Библию. Вот и все. У нас книги во свете Библии. А почему ненавидят? Да потому что они обучают их. Они поэтому терпеть их не могут. А почему они так ненавидят? Только поэтому. Я говорю о том, что крещение должно быть с полным погружением. Человек должен скрыться в воде. Скрываясь в воде, он хоронится. В воде умирает. Кирилл Иерусалимский говорит об этом. Библия говорит, вот к истинному православию я привожу 136 свидетельств. А они ни одного не приводят. А почему? Ну а почему должны мы думать, что это правильно? Да меня не надо думать правильно. Вот вода, и оба сошли в воду. Куда сошли в воду? Евнух и Пилип, куда сошли? Зачем мне на Иордане Христос? У нас иконы-то католические. Стоит Христос где-то, он в воде стоит, на него из раковины поливает. А у нас католические иконы-то. Он в воде был, где было много воды, близ Енона, написано в Евангелии от Иоанна. Зачем много-то воды-то? В чашке достаточно по-католически. Слово «креститься» во всех языках имеет произношение только одно смысл – «погружаться». Кто знает английский язык? Слово «крещение» повтори, Валера, как? Baptized. Так, как по-русски понять его? Баптист, креститель. Как переводится, понятно? Креститель. Погружаться? Не, ну крестить переводит, баптист. Все. Так, Лена, по-немецки как крещение? Креститься. Тауфен? Не помню. Да, так, что оно означает по-русски? Крестить. Погружаться. Притом во всех языках, только в русском языке и церковно-славянском взят смысл крещения от слова страдать, крест. Вот так перевели, но мы должны понимать, где написано крещение, мы смело можем вставлять слово погружение. Ну какое погружение-то? А меня крестили, то есть меня погрузили. Он должен сказать, не крестили, а погрузили, где на капеле стоял. И батюшка лбом его в тазик толкнул. Мокрая ладошка. Ну нет погружения-то. Но тогда выходит что? Священник меня теперь спрашивает. Выходит, у меня теперь я недействительный. Это ты сам решай. Я знаю только одно, что это не крещение. Крещение – это погружение. Его не было. И что делать? Ничего не надо делать. Покреститься и погрузиться. Больше ничего не делать. А как же я литургию совершал? Литургия на месте стоит. А я венчал. Все на месте стоит. Но если он обманул, у него Таня, Маня дома, он не сказал священнику, нет венчания никакого, у него жена дома осталась. И потом венчанная. А он ушел. Ну не может быть действительно то, что на обмане. Бог обман не утверждает. И в любом случае, вот был на исповеди, я говорю, а ты об этом сказал? Нет, не сказал. Да исповеди не было. Но батюшка сказал, разрешил. Ну ты батюшке не сказал, чем разрешать-то будет-то? Он и не может и тебя разрешать от падали, которая у тебя в кармане лежит-то. Ты ее не выкинул. Все таинства извращены. На меня столько нападок в интернете, даже удивляется все это, как так на одного человека столько ненависти. Я говорю, они ни разу не мотивировали эту ненависть. Кроме того, что я говорю. Я говорю согласно Библии. Так, еще раз прочитай. 5.31 Иеремия. Пятую главу дома прочитайте. Слушайте, я по частям буду ее объяснять. Пророки пророчествуют ложь. Так это один человек только знал, то все остальные-то к ним прислушивались. Это никто не думал, что это ложь они говорят. Ну как же так? Пророки написаны, не лжепророки. И они пророчествуют ложь. И когда так Иеремия сказал, помните, пасхор подошел, как дал им по щеке. Это по какой же дороге от меня Дух Божий ушел? И помните, с Михеем так было. Он говорит, бегать будешь, говорится, пятый угол искать, узнаешь тогда, по какой дороге. Я видел, дух лжи вошел в уста ваши. Но я в Библии не нашел, что он вышел. Он не вышел. Он там остался. И теперь? И священники господствуют при посредстве. При посредстве. То есть они ссылаются на это, и они помогают священникам господствовать. А написано, не господствуйте над наследием Божиим. Но подавайте пример бедности, нищелюбия и прочее. Да это к нашим временам. 2700 лет назад, как будто сегодня было сказано. И что? И народ мой любит это. А народ мой любит это. Когда я стал публиковать материалы об истинном крещении, мне казалось, я обольщался 1000 раз, наверное, в жизни, что народ, когда узнает, люди оккупируют храмы и будут просить крещения. Они этих на кусочки разнесут, на клочки. Не тут-то было. Почему? Они провозгласили это равно.
Вот лоб помочить. И погружается. Попы-то говорят, равно, у него купель есть. И они говорят, ну если кто попросит полное погружение. Во-первых, никто не знает, что нужно это. Да где это написано, кто попросит? Я говорю, ты совершаешь литургию. И в бутылку тебе сынок выпил водку-то, вино-то, когорта. А туда налил морсу и спирта маленько развел. Ты литургию совершаешь, будет она или не будет? Да, конечно, нет. Ну, что ты там меня спрашиваешь-то? Как оно может быть, когда там того нету? Это другой реактив, он не соединяется с моей душой-то. Должно быть вино. И взяв чашу, подал Господь. Какую чашу? С чем он подал? С квасом? С киселем? С вином? Виноградным? Обман. Это глубокий обман. И где в церкви? А народу нравится это. Почему? Вот батюшка такой хороший, он любист, он головку поцеловал. Отец Власий, он святой. Это отец таким, когда его поставили там настоятелем в Тобольске. Был он там. А до него Власий был. Так бабушки его как вспоминают. Он каждую бабушку в головку поцелует. А сейчас его к канонизации гонят Власия. Он, может, ни одного дня по Евангелию не жил. У нас вера-то не евангельская. Ты назови как угодно она. Пророки ложь. Ну и пусть они, священники к ним прилипают. И во священников вся эта бяка легко заходит. И они посредством их на них ссылаются. И тогда господствуют. А вот правило такое, оно не сходится с Библией. Это не имеет значения, кто сказал. А почему? А это Златоуст сказал. Не принимаем мы Златоуста. Это выдумка, он не мог этого сказать. Как вы можете говорить? А вот так. Я насчитывал Златоуста 12 томов. И вторая часть книги написана «Спуриа», а в скобках «Творение, приписываемое Златоусту». То есть никому не могли их отнести. Они наполовину сходятся, наполовину нет. И те, которые по патрологии имени собирали эти материалы, чтобы напечатать это. А есть даже дубия. Спуриа и дубия. Дубия – это сомнение. Как колокол я ударял. Сомнение. А? Сомнение. Дубия. Но сомнение – это немало. Сомнение – это не просто не канонические, а подложные апокрифы. Но их поместили в тома Златоуста, но сделали ссылку. А внизу, кто бы это ни говорил, это неверно. Еще в скобках берут, кто бы это ни говорил. Почему? А о ком говорит Златоуст, этот человек жил после него, он не мог про него говорить. Это временные формы не сходятся-то. Народ любит это, и потом... Что же вы будете делать после всего этого? Когда вы так делаете, когда слушаете, вам говорят не так, что же вы будете делать? Пророк говорит, вы, которые обращаетесь к тем, кто господствует над народом, что же вы потом-то будете делать? Вот теперь я эпилог к этому подвожу. Ну-ка, поднимите руку, кто об Андрее Кураеве молится? Ну-ка, глухонемым передай. Может, а там есть главная молитва. Так, а Максиме Степаненко, кто молится, поднимите руку. Ну, примерно столько же. Я получил ночью от него поздравительное от Степаненко, он фотографии выставил. Кому нужно порочное действие на нашу епархию, обращайтесь на ТВ-2. У него написано на майке. Кому охота опорочить, знаю, он прямо показывает где. Сергей еще. Я вот еще что хочу сказать. Я вчера немножко уже озвучил так, но не до конца договорил. Там с одним священником я разговаривал по скайпу. Он заторопился тоже на службу. Я буду задавать вопросы, коротко скажите. Вот вы осознаете вы это или не знаете. ГКЧП. Это было действительно ГКЧП? Или это все было заранее подстроено? Действительно не верили, что могут повернуть назад ход истории. Горбачев на Форос поехал, мы там были на Форосе. Или это все было сделано для чего-то? Это сценарий. Это сценарий. Сегодня понимают, что никакие террористы, вот эти два торговых центра небоскреба не валили. Это действие СРУ. И как они заранее заложили там 1000 фугасов свои, рванули, он сразу весь дом осел. Такого не бывает. Там вообще невозможно было свалить. И как оно срезало, все сегодня показывают где-то. Здесь точно так же. Нужно было запретить компартию. Ну кто? Язов? Я пойду. А Пуга? Пуга по-серьезному поверил, министр внутренних дел-то. Ну и Пуга испугался, кончил с собой. А остальные? Ну генерал армии там... Мне жалко только одного генерала Пинкова.
над Сибирским округом был, он нам палатки большие помогал, еще кое-чем помогал, дядя Боря. Мы за него молились. Ну, он что пострадал? Пенсия та же самая. Это. Пенсия еще рублей 700 тысяч получает в месяц, хватит ему. Я точно-то не знаю, сколько. Так, вот заметьте. Если язва получает 300. Поджог Рейхстаг, а это была провокация. Специально, чтобы запретить компартии и начать гонения на инакомыслящих. Ну, сегодня это уже все доказано. Такая же провокация была, стреляли в Ленина. Ну, Ленин, ясно, кто его выдвинул. Еврейская была революция, это журнал местный, алтайский, пишет об этом. У Ленина в правительстве 95% евреи были. Это еврейская революция была. Я не говорю, хорошая или плохая, но что скрывать-то, бояться. Такой народ, евреи. Ничего особенного в этом нет. Это нация, богоизбранный народ. Они для чего-то избраны, они это делали. И Фая Каплан стреляет в него, тоже еврейка. Как это может быть? Гитлер член масонской ложи. Черчилль член масонской ложи. Они воюют между собой. Тут надо немножко глубже смотреть. Есть общий план расклада, чем все это закончится. И вот я говорил, для вас повторю. В церкви до того неблагополучное положение, что корабль лежит на боку и вот-вот опрокинулся кверху килем. Ничего нету. Столько нападок, столь низкий рейтинг у православной церкви никогда не было еще, даже во времена гонений. Ну, даже когда уже готовил патриархом, избран был Кирилл, перед этим он говорил о том, что какой был застой, и человек совсем еще уже не соображает, такими другими словами, о патриархе Алексее II он говорил, что, ну и понятно было, как митрополита Виталия держали, он 6 минут и не знал, с кем разговаривать, совершенно не знал, а ты кто? Перед самой смертью, но это у него наследственное такое было. В детство впадают. Я ожидал, что митрополит тогда он был еще, если он будет патриархом Кирилл, он должен что-то предпринять. Что, я не знаю, со мной не советовался, но я знаю, что. Знаю, это проводить миссионерскую работу, образовать христианские кружки, изучение Библии, что, о чем сегодня патриарх Кирилл говорит, что были общины. Чтобы миссионерские курсы везде, со всей страны собрали, где он выступает, и четверть зала только сидят. А ты говоришь, все, что мы могли собрать со всей страны. Четверть. И вот он думает, я так дальше, я только на своем думаю так. Замысел-то какой может быть? Ему просто так подняться и начать делать реформы, они за его сразу сметут. Православные люди тупые и глупые, как этот экономцев-то говорит, архимандрит. Не научены, они такими их сделали. Ему нужно было, чтобы была какая-то поддержка, и кто-то с той стороны начал работать. И из людей, ну, которые рядом оклонил, он самых умных отобрал. И теперь вот Андрей Кураев, другие на той стороне, они на них нападают, показать, это все как будто дистанцируется. А они теперь будут озвучивать все пороки церковные. И он должен как бы откликнуться, я так думаю, и сказать, я что могу сделать? Мы обязаны это сделать. Вы видите, как народ поднимается. А народ это поднимать будут те, которые очень умные, которые все знают, что церковь неблагополучна. Они должны поднимать народ. У меня мысль такая. Ну, мы должны понимать, говорит, нам небезызвестны умыслы щита. Но это умысел правильный, может быть. И вот это сейчас озвучил Чаплин Всеволод. И он сидит и против Андрея Кураева говорит, я-то не с ними рядом вместе и сказать еще не могу. И вижу, где Андрей Кураев, когда что говорил, когда какие-то у него замыслы были. Все поднимает, а проверить ничего нельзя. Обвиняют его, обвиняют большим роликом. А он же рядом был, референтом-то был у патриарха, все это бумаги готовил выступать-то. Андрей Кураев, не Чаплин. Я стал сразу думать вот об этом деле. Мне не открыто это. Я просто знаю, в мировой истории так было, провоцировали с той стороны, чтобы начать. Ну, американцы свалили небоскребы, да еще сразу вход в Афганистан. Это террористы. Откуда идет? А что, наркоторговлю? Весь поток перехватили американцы теперь. Все там. Им это нужно. Обязательно какая-то провокация. Теперь они на защите того народа. Нас просят Бобрах Кармаль, и мы туда пойдем. А Амина, свое уже поставили, Амина теперь. Аминь ему, и все. Сегодня открыто все это пишут. Я говорю, это уже не выдумываю. Об этом молиться надо.
чтобы Бог сделал как угодно. Так дальше не может продолжаться. Чтобы Господь благословил патриарха Кирилла поступить правильно, чтобы через него Бог начал делать очищение, просвещение и восстановление. Если только это еще возможно. Если только возможно. Сейчас я закончу, господи. Да я к этому же хотел добавить немножко. Говори. Ну, вспомнить просто 2001 год. Заметка была в труде. А, ну, что как раз патриарх Кирилл, он не патриарх, он-то смоленский был еще, митрополит. И он там пишет, что уже вот думали батюшки, когда была перестройка, закончилась, что вот храмы постоянно будут наполнены, а сейчас отовсюду идут жалобы, что в храмах пусто, людей нет. Он говорит, пора вам, батюшки, выйти на перепутье, на перекрестки, затянуть пояса там. Ну и что вот он сказал, и стал уже и патриархом. Мне вот другое интересно, почему сейчас никто не пишет, когда он был митрополитом, все писали, сколько у него доход, сколько он там денег приготовил, чтобы стать патриархом. А сейчас никто не пишет об этом. Или он уже просто победнел, ну то есть все раздал нищим и убогим. Или же у него уже столько, что и писать-то не стоит. До луны уже миллиарды эти. Может быть ему... И не надо этого вообще ничего. Он потихонечку так, доживет свой век и все. Знаете, вот и молитва есть, вот что наш. Ну, так нельзя спрашивать, но я спрошу. Потому что если по пунктам разбивать, Отче наш, сущий на небесах, ну, не беспрекословно, Бог небесный, Отец. Да светится имя Твое. Ну, объяснять, когда светится? Нашей жизнью, то другое. Ну, каждый день мы просим. Не дашь и хлеб насущный дай. Ну, так по пунктам разбить 12 просьб, допустим. Может, из них 13 будет. Какая самая главная? Самое-самое главное из всего этого, от которой зависит все остальное. Простые вопросы задаю. Ну, какая? Какая просьба, а? Воля. Воля твоя. Так, еще кто? Воля. Воля твоя. Правильно, ответ. Когда мы знаем волю Божию, тогда знаем, как светить. Когда мы знаем волю Божию, мы знаем, где просить. И о хлебе насущном, и о всем остальном. Вот каждый раз, когда мне звонят, помолиться. Я отвечаю, я не молюсь ни о выздоровлении. Но вот единственный раз я тут помолился вот об этом, что он умирает. Господи, задержи это, чтобы успел священник прийти. Он был атеист, неверующий. Может быть, коснется его Господь. Всегда молюсь только так. Концовку, упор делай, да будет воля твоя. Я не знаю, Господь, должен этот человек жить, нужно ли это или нет. Я про свою жизнь не знаю. Да будет воля твоя. Вот мы собираемся поехать. И волю Божию я хочу знать. И каждый день прошу, и друзей, и знакомых, все везде молятся. Ну, по всему миру молятся. Если не от Тебя, Господи, если от Тебя, убери все препятствия. Если это не нужно, Эльбрус за Эльбрусом брось на дороге. Останови нас, чтобы нам не объехать, не пройти. Пока все складывается, как мы думаем и говорим. И очень интересно. И на этой неделе еще не определилось, но на следующей может у меня определиться. Мне нужно примерно где-то Смоленская область. Ставку куда сделать? Примерно так, со всех сторон, куда подъезжать, ближе. Я-то пока говорю так. И вдруг на меня выходят, а мне через контакт перекидывают другие эти модераторы, а я им отвечаю. То есть более 1000 вопросов, которые я ответил. И один заходит и хороший вопрос задает. Я это не что-то, но хотел сказать, а почему вот так, православные, так... Следующий ответ еще более мягкий. Следующий, знаете, мне до того надоело вот этого протестантов, а сам я баптист, я не скрываю. Вот это я спасен и ничего не надо. Когда написано, усилиями восхищается Царствие Божие. И следующий пишет. Сегодня мы, у нас главное теперь был это сын. Сын сильно к баптистам привязанный, но вроде все тронулось. Сегодня мы идем к батюшке уже. Идем к батюшке. Батюшка молодой, но по сердцу, сердце нас не обманывает, пойдем. И где он находится в Смоленской области? Если бы это случится, Господь сказал, трудись, и камни заговорят, детей Авраама сделать. Среди православных нет, я сделаю то, что человек, который жаждет, что ты там был, и мы туда заедем, и больше всего мы у них будем каждую неделю возвращаться. Но я еще не говорил, только дал ему запрос. Неизвестно, как они сходили к батюшке. Я говорю, что это один из возможных вариантов. Мы когда просим, мы не знаем, откуда и что сделает Бог. Это вот только на этой неделе у меня что было. На этой неделе, значит, мне один из хорошо знакомых, знающий, что делается в епархии, говорит, вы когда думаете
приглашение давать. Я говорю, ну, вот, воскресенье пройдет, не делайте так, сделайте пораньше. Потому что священники на неделю назначают куда-то поехать. Вы упустите. У нас уже через час знали пойти. Две наши сестры, поднимите руки, кто ходил. Вот они сидят. Вот, созвонились, договорились. Володя берет, я уже отпечатал, сел, печать поставил на пригласительном. 33 священника приглашаем вместе с епископом. И они уже встретились у епархии, их там приняли. Володя берет фотоаппарат и уже нигде не запрещают. Он везде снимает, где и как подают. И как берут. Все, заснято, у меня все уже на компьютере. Ответа, конечно, нет еще. И батюшке один экземпляр дали. Но батюшка только улыбается. А куда ж будете? У нас один пункт не выполненный. Я написал, будет трапеза. Так что, сестры, готовьте, что если лишнее будет, утащите домой. Когда? Следующая неделя? А? Следующее воскресенье. Следующее, да. Ну да, 26-го. 26-го. Следующее воскресенье. Слово трапеза. Обдумайте, если они придут, чтобы мы действительно по высшему уровню. А я вчера мне сказал священник, что епископ в воскресенье уезжает. Ну это тебе сказал. Но я же не знал, что ты до сих отвечаешь. По-моему, у епископа есть адрес мой, а не твой. Давай. Игнатий Тихонович, просто секретарь в епархии сказала, что епископ, видимо, не будет, потому что чтение в Москве 25-26, и он уедет. У нас важнее, чем у них. Он мог бы остаться. Там эти чтения каждый год, а здесь один раз за всю жизнь. Еще спрашиваю. А что это за чтение? Так. У меня маленькое известие, еще кое-какие есть. Рождественские чтения, возможно, она сказала, возможно. Я услышал такое. Когда перед самым переводом, Максим-то знал, что его переведут, и он вдруг решается, терять нечего, едет в Потеряевку. Вдруг он раскрепостился, никого не боится, такой смелый, и поехал доволен. Вначале он как бы сжатый, видно было даже. А потом улыбался, ходил, уехал по-хорошему, и все. Но батюшка на днях спрашивает, или может пораньше, я могу тут в датах сдвинуть, спрашивает секретаря, мы же договорились, что рабочая группа будет собрана, ну, чтобы понимать друг друга, и почему вдруг отказались? Ну вы же сказали, что вы против объединения. Батюшка сказал, что не время. Так вот у вас только одна мысль объединиться. А что, было у нас общее что-то на благовестие, вам это не надо. Они на этом не остановились. Они, им главное свернуть батюшку. Они стали требовать с него, отдай антиминс. Без антиминса не заслуживайте, батюшка, я у вас и не брал его. А вот есть, который отдал. Я, когда выезжал из Америки, митрополит Виталий на меня вот так вот надевал антиминсы. И я их сюда привез, куда надо. Так что себя мы не обделили. Если даже случится, что нет. Вот, Сергий Иванников, который сейчас епископ-то, он вдруг издает указ на батюшку. Указывает, поминать патриарха. Я говорю, вот это да, не убитого медведя шкуру делят. Ну это они, как это молодые, я говорю, епископ, и батюшке сказал, это они его подталкивают, а ты прям решительно быка за рога бери и скажи, я издаю указ. Ну если не пойду, значит, ну шар не прокатился. Луза была поуже маленько. Так и получилось. Не так маленько. И они туда, видимо, доложили. Что ж ты, да, что делать? Все, теперь они давить на Илариона, Иларион. Они не уйдут, пока ты не откажешься от них. Ларион пишет такое, что вы переходите, я благословляю, мы опять на том же месте стоим. А они опять в Москву. Мне уже как... Глухой-то маленько слышу. Видимо, оттуда делопроизводитель, который у них-то там, я, кто? Сафрон или как его зовут-то? Они говорят, оставьте их в покое. То есть они ничего не могут сделать, а что делать-то, когда мы их признаем, благодатными называем, лучше некуда. Но идти нельзя, они нас сразу уничтожат, сразу же, в одну неделю, нас не будет. Конечно. А они, то, что мы выставляем, вчерашняя служба уже в интернете стоит, уже 40 человек ее посетили, что на службе были. А говорили в многообразии, особенно ярко проявляет Бог, что хочет сказать. Вот это многообразие на нас и сыграло. У нас что-то по-другому. Здесь многому можно научиться. Он неоднократно говорил Сергий, епископ, когда у нас был. Да. Хотя капля народу-то здесь есть. Больше шуму говорит. Но Бог усмотрит как-то. Ну, аромат какой. И об этом мы будем молиться. Если Господь благословит, то 26-го у нас тут кое-кто будет. Вчера Каспришин звонил, корреспондент. Я сказал, может, позвоню Волобуеву еще.
Вот. Это 26-го. Подожди. По 26-му можно вопрос? Давай. Скоро все закончится. Подожди. Будет день открытых дверей? Да, день открытых дверей. То есть, кто имеет хороших знакомых, по форме одет, и сюда могут прийти в этот день. Даже не зайду. К 8 или к 9. Батюшка будет здесь, он неудобно, батюшка все равно приедет, я ему сказал. Тут как, представь, появится, а батюшки не будет. Чтобы литургию вместе прослужили, ну все остальное, я сказал. После этого у нас будет беседа, собрание, после этого трапеза, после этого я проведу урок, как образовывать общины, миссионерствовать, полный курс за один час. Каркас дать. Меня уже спрашивают, а что там у вас входит в это? У нас интересная жизнь. Бьет, говорит, жизнь, говорит, ключом, да все по голове. Как Господь усмотрит. Я сейчас кое-что вам еще скажу. Вы только слушайте внимательно. Вот что такое крещение, крещенская вода? Кто не брал вот эти листики? Это из патриархии пришли. Передайте по одному листику. Хорошо написано. Так, кто знает, молчите. Кто не знает, поднимите руку. Что это? Посох. Что это такое? Посох. Посох. Написано вот оно как, смотри. Евангельский посох. Видите, что такое? А для чего? А у нас спрашивают, все братья идут, а почему сестрам не даете? Потому что мы идем в паре. Один брат, другой сестра. Иногда мы делаем так, что не успеваем обходить и идем. Один по одной стороне идет, сестра на другой стороне. Мы вот так вот идем вместе. Но когда в один двор мы заходим, сестра не должна заходить, только звонит. А мы заходим. Для чего? Потому что на нас стали нападать собаки. Это не потому, что я инвалид. Мы заходим, и вот так вот. Собака сразу откликнется. Теперь я подхожу, а он Игорь там в раму стучит. Хозяева, есть тут кто живые? Это посох. Я иду и впереди держу, а за мной идет. Бывает, мы с ребенком идем. А когда уходим, тогда впереди она идет, а я сзади иду, и вот так стучит. Собака не приближается. Ну а если она выскочит, а это что? Напрасно в руках я держу. У епископа жезл, у меня жезл. И вот случилось однажды такое событие. Вы себе это запишите, это исторический факт. 19 мая 1910 года мы едем в село Буканка. Это недалеко от Потеряевки. Видимо, Буканка относится к маму скорой. 2010. На той стороне солнечный день идет у меня Татьяна Капустина. Вот она сидит. Мы с ней в пару пошли. А накануне, только что она была восприемница, и тут Надежда у нас крестилась. Она идет вся в белом платье. Солнечный свет. Она буквально сияет, вся идет. Идет там по дворам, и я захожу в этот двор. Но, когда я во двор зашел, а в руках у меня вот эта сумка. Я заметил, во дворе все заметено, не до конца, и так бегать, когда собака. Я стал смотреть, дверь хозяйская открыта, двор, дом во дворе там глубоко, надписи никакой нет о собаке. А внизу, внизу проволока. Я сразу остановился, и вдруг из-за сарая вылетает огромная собака. Вы больших собак видели? Сережа, сколько ураган весит? Килограмм 25-30. Видели ураган какой? Ну. Это собака 70 килограмм. Ого. Вообразите, что это такое? Она ударом сшибет любого. И вдруг он выскакивает косматый, страшный, и со всей силы бежит на меня. Я что, а у меня ничего нету. Я только вот эту сумку сунул вот так вот. Ничего нет, он сразу вцепился в нее. Кричать бесполезно, дверь не открылась. Я глазом глянул, на штахетнике висит какая-то тряпка. То ли сушилась. Я тряпку-то взял, на него замахнулся, он сразу отступил. Я потихоньку, знаю, убегать никак нельзя к двери. А у двери стоит вот палка, которая запирает калитку, то вот так вот. Брусок такой, как у нас здесь. Я сразу за брусок, и мы уже поменялись местами сразу. Но он не отступает. От сумки уже он отступил. Теперь с этой палкой я еще повернулся, калитку открываю, брусок бросил и закрыл. Гляжу на той стороне, сияющая бежит Татьяна там из дома в дом. Вот тут я дрогнул. Как бы была эта палка, то я бы ему дал, второй-то я его благословил, он бы отошел. А если бы она пришла, на этой стороне шла? А у нее это в руках, да что?
А на меня рядом в доме напала маленькая собачка. И тоже вот прямо чуть не хватает. Ну хорошо, там хозяйка вышла. Женам тоже нужны. Так что? Женам посохи нужны. Посмотрите. Ну, у меня в сумке была книга. Книга, вот эта вот книга была. Посмотрите. Владимир, чтобы тебе видно. С собой была книга. Обычно я не беру, в этот раз взял. Это моя книга, 30-й том, «Открытым оком-то». И вот он где вцепился. Видишь? Он прокусил там, какие были Евангелия, и на этом зуб-то какой у него. Так, в вашем присутствии я сестре Татьяне на память подарю эту книгу. Благодаря этому мы домой приехали и сразу начали делать посохи. И здесь, и там сделали мы где-то посохов по 12. Когда выезжаем много на машине, у нас было машин 8 выезжало раньше, ну 46 человек. Даже пополам поделить, 24 посоха надо. Вот что я вам сегодня хотел сказать. Что-то возникает у нас, вызвано какими-то событиями. Вот она теперь дома, поблагодари. Мы многое теряем, что забываем Бога благодарить. Забываем благодарить за то, что у тебя есть глаза. Ты же не такая была, бегала когда-то. Благодарила ли? Вот у заключенных они сидят в камере, когда и написано «проволока колючая», а внутри написано «свобода оценить может только тот, кто потерял ее». Как они тоскуют о свободе, я это знаю. Просите у Бога слез на благодарственную молитву. У тебя две ноги, и ты ходишь. А если вдруг несчастье, у тебя нет их ног. И ты как будешь вспоминать, ну почему я не ценил? Господи, я ежедневно благодарю, что прошла ночь, день, и ты разум сохранил. Разум, за разум благодарите больше всего. Наполните свою молитву обильными благодарениями Бога. Написано, за все благодарите, за все, за уши, за глаза. Вот ты болеешь, я не болею. Почему? Потому что у меня аппетит, если желудок все перерабатывает. Кишечник не работает, пропал человек. А этих-то болезней-то сколько может быть? Благодари за друзей, за родных, что ты не беспризорник, что у тебя дом есть, кроватка, постелька, посмотри. И скажи, у меня свое есть, а как у многих этого нет. Где-то беженцы, где-то разбомбили, кто-то ужаленный, кто-то истерзанный, кому-то разрезали, оказалось, рак, зашили обратно, ничего вырезать уже нельзя. А у тебя все целенькое. Да благодари Бога. Если мы Бога не будем благодарить, то, что мы имеем, может внезапно уйти. К слову сказать, у нас на столе лежат Евангелия. Евангелия. В ящике бесплатно. Берите, кому нужно. Евангелие от Иоанна. Мы уже говорили об этом. Так, Игорь, что? Ну, я хотел сказать, как раз тут о молитве речь шла. Ну, и молитвой, наверное. Ходили мы в то воскресенье на благовестие. И Господь нас сподобил как-то на елку попасть. Там детские городки, оказывается, и там очень-очень много людей. Ну, центральная, там на площади Сахарова. И немножко беседовали с людьми, раздавали им Евангелие. Вот эти и красные тоже Евангелие раздавали. Володя там съемки производил. Ну, там интересно вообще было, конечно, всякие встречи. И с баптистами были, и с православными, и с неверующими. Так что вот сегодня у нас будет тоже такой же поход. Евангельский, благовестнический, на Иордань. Православные пойдут на эту Иордань, чтобы людей туда зачем-то погружать. Сами не знают почему. А мы пойдем людей снабжать Словом Божьим. Ну и вот главное, это, конечно, Слово Божие для людей донести. А они очень часто, конечно, люди говорят, что у них есть уже Библия. Но если так человек говорит, что есть у него Библия, нужно обязательно с ним поговорить, с этим человеком, читает он ее или нет. То есть человек должен сказать, что он ее читает. Но если уже читает, тогда вам или легче, или сложнее будет тут беседовать, тут сами смотрите. А если человек не читает, нужно его побудить, чтобы он начал исследовать Слово Божие. Пригласить его на наши занятия. Вот у нас здесь стоит печать. Вот видите, печать. Здесь стоит даже... телефон есть, и наш сайт наш, и написано «Православное изучение Библии». Ну, вы так подумали, как написать
православной церкви или как, ну так как не вмещается, печать это небольшая. Ваша печать лежала здесь вчера. Да, да, да. Чуть не забрал ее. Вот это такая тут печать, прям вот можете посмотреть как. И человек может позвонить по этому телефону, здесь два телефона, не один. А один телефон, Игнат Тихонович, да? Ваш телефон и Сережа Пупко. Нет, вот. Два моих. И еще, да, еще Сережа Пупко. Потому что Сергей приглашает прям себе, к себе в квартиру, уже, как говорится, на все он... Так, упование на Бога возложил. Слово ревность хорошее или плохое? Сначала слово, а потом и значение всего в жизни нашей. И доброе, и хорошее, и нехорошее. Что оно означает? Можешь объяснить? Ты же знакома с этим словом, что оно означает ревность? Ревнование по Богу то же самое, как вина. Но сначала от житейского обратиться. И как говорит, ревностная душа. Муж ревнует к жене. Там 5 глава чисел, кажется, об этом говорит. А если о Боге речь идет? Павел говорит, я обручил вас. Кому обручил? Богу. А теперь до ревности любит дух, живущий вас. Кто? Теперь с его стороны ревность. Как мы должны себя вести? Поэтому я гляжу в интернете, когда задают священникам вопросы. Вот он задает. У меня сын, ему 16 лет, а он познакомился там с девушкой, и они живут как муж с женой. Что мне теперь делать и как? И, а те родители способствуют этому? Вопросы заданы, но они отвечают не так. Они нигде не берут во внимание происхождение греха. На них эти законы не действуют на людей. Но я буду говорить, живи нравственно, сохраняй целомудрие. Он не знает значения этого слова. Его нужно познакомить со Христом, не с нами. А люди Христа не знают. У нас горе. Горе одно, Христа не знаете. Все горести, какие есть в мире, это нарушение верности Богу. Знаешь ты его или не знаешь? Мы родились по милости Божией. И поэтому все мы должны рассматривать с конечной инстанции, от вечности. Последний день. Как с той стороны вот это будет выглядеть, что я сейчас делаю, и что мы делаем? Как разговариваем? Оправдано это или неоправдано будет? И тогда будет понятно, как я ревную. Ревную? Ну, Бог ревнует о нас, то, что мы уклоняемся. А как ревновать к Богу, когда Он никуда не уклоняется? В чем дело? Знаете, сколько вопросов. А слова, я Евангелие прочитал. Считаю внимательно на колени. Это попроси, чтобы свет этот открылся за... слезной завесой. Тогда откроется очень много. До ревности. Итак, не ревнуйте о том, чтобы делать зло. Не ревнуйте. То есть я ревновать в чувстве присвоения. Он мне принадлежит. Муж моей души. Я когда вижу, что Господь не обращает внимания на меня, я всячески стараюсь доказать Господу. Господи, я тебе обручился в святом крещении. Сосчитываешься ли Христу? Меня трижды спрашивали, сосчитываюсь. Сосчитывался? Да, сосчитывался. Господи, не пренебреги. Я твой. Дай мне это задание. Я постараюсь его выполнить. Я в конце, когда случится положительно, я говорю, Господи, а ты не ошибся, что меня избрал. Я все силы приложил, чтобы это выполнить. Научитесь перед Богом открывать душу. Когда невеста и жених друг другу открыто говорят, как это приятно. Мне ничего там не держит нигде. Наши отношения с Богом должны быть доверительные, основанные на Слове Божьем. Я молюсь, говорит, ему говорю, читаем Библию, это он мне говорит. И ты хочешь слышать, что Бог говорит? Не люди, читай Библию. И когда я слушаю, что вот выступают священники, и говорят не по Библии, к ней не обращаются, я ничего не могу сделать, я только сижу рядом, я утопаю. Что вы делаете? Ответы совершенно неправильные дают, и никто их не остановит. Это кончится скоро все. Их надо обращать, они неверующие. Если бы они верили в Бога, они бы ревновали по Богу, не по себе. Отвечает, как будто знает, он не знает ответа. Ответа надо просить во свете Библии, во свете Евангелия. А мы считали, что если отвечает не так, нет в них света. Нет света, там нет света, там тьма в этих ответах. И выполняющие их люди уже через час поймут, они невыполнимы. Нужно родиться свыше. Главный вопрос решить. Рожденный, теперь получить крещение Духом Святым. Рождение в Боге, в Духе, движимый Духом Божиим.
тогда все остальное это отпадает. Мне не надо думать, какой вред от табака, объясняют, какие там находятся вещества вредные. Мне это не надо знать. Как это вредно, как надо предохраняться. Блудить надо, но только предохраняться надо там специальные, говорится, резиновые перчатки и прочее. Да не в этом дело. В том, чтобы Бога любить и руки простирая к Нему чистые, без гнева и сомнения, написано, простирайте. Ни на кого не гневаясь и не сомневаясь, что Бог истинен. И все так будет, как Он сказал. Он прямо обещал, не оставлю и не покину. Вопросы? Давай. Господи, милость, благодарю Тебя, погромче. Что слышишь молитвы. Я болела сильно глазами, я вообще смотреть не могла. Я попросила Игнатия Тихоновича, он помолился, и я вот буквально на занятиях была в институте. И я села, и у меня молниеносно вот было прозрение, понимаете вы. И я потом долгое время, ну, конечно, я поддерживала, но долгое время у меня было, потом у меня снова. А тут я стала падать. Я падаю, но я всегда благодарила Господа Бога. Я лежу, я не возмущалась, я говорю, Господи, благодарю Тебя за посланную скорбь. Ну, Господь меня сохранил, у меня не было ни переломов, ну, нос я сильно расшибала. Тут я снова стала падать. Игнатий Тихонович, я даже не просила, видимо, Володя сказала, что у меня такое состояние нехорошее. И они вчера молились. Я вчера была в храме Дмитрия Ростовского, служба длительная была, потом я домой пришла в час, и, конечно, была как бы никакая, с ногами со всеми. Я пришла сюда. Игнатий Тихонович подходит и говорит мне, что себя плохо чувствуешь. Он говорит, ну, твой крест. Я домой пришла, вот вы знаете, я попила святой воды, я обмыла себя, это самое. Я почувствовала такую легкость, у меня ноги были уставшие, я легла, я не чувствовала усталости, я сегодня утром встала, как на свет родилась. Спаси Христос, Господа Бога, за то, что есть у нас такой молитвенник, что мы каждый раз бываем здесь, и мы слышим такие слова, такие нравоучения. Господи, помоги нам, чтобы мы были в истинной вере в Бога. Аллилуйя. Я маленько добавлю, я не все слышал это. Я прошу не забывать молиться, у нас это просьба была с осени, что Бог послал добрых жителей, знающих устав, любящих Бога в Потеряевку. И просят у меня всю зиму, нынче никогда столько не просились, положительно я никому не ответил. Одинокие. А я в депрессии, я один не приживется, чтобы были молодые с детьми. А пожилые-то, которые с ними вместе будут, там родители или кто-то, только так. Мы оповестили, что наше письмо попало не куда-то, вы знаете куда. Дмитрию Анатольевичу Медведеву. И какое указание-то дали, как тут суетились, сколько нам ответов-то давали. С Амурской области, ну, с областей там где-то. Но это не то место, откуда выезжать. Там все делать, чтобы люди остались. Пустеет Восток. Теперь я подумал, что... Наташа, где она у меня? Я просил найти, что-то не нашли адресата, Алексей. Разные там миграционные пункты на юге. Сообщить это как-то выдать. И чтобы Господь нам показал, вот занятия ведут в доме, одни и те же наши люди. Вы находите людей и приглашайте. Вот у меня приходил здесь ученик, или не ученик, а насельник лагеря, Хлудинцов Максим. Книгу купить, он уже не первую покупает, приходит лагерный ребенок. А теперь он может прийти с родителями. На неделе приезжал Ваня. Этот сын отца Павла приезжал за книгами, он запросил 3 полных экземпляра Нового Завета и 1 ящик книг этих, Евангелия, раздавать бесплатно. Ведь у нас помаленьку так вот, маленькая такая работа идет. И вы помните, о чем я говорю? Мы не определились с нашей ставкой. Мы не определились, когда начинать хлопотать, чтобы нам не подойти слишком близко и не слишком далеко. От начала, когда будем уже хлопотать, чтобы документы нам выправить и прочее. Поэтому апостол Павел говорит, и молитесь о нас, дверь открыта, противников много, у нас все сходится, чтобы мы не ослабели,
чтобы доверились Богу, не смотрели на эти хулы и молились за всех хулителей, за всех поносителей. Нам Бог это, ну, просто дал. Иногда понимают неправильно. Вот у меня была одна тут сестра, она сейчас не ходит. Но она подошла и жалуется, муж до того буйно себя ведет, невозможно, уж помолись-то. Я помолился, он через 3 дня помер. А она, другая-то ее подруга, ко мне подходит и говорит, вот вы молились, он помер, мой-то хулиган, вы помолитесь. Я говорю, что я вам киллер духовный, что ли? Это был Иона киевский. К нему нельзя было подходить. Он если помолится, значит, обязательно что-то люди понимают несчастье. Он это на пользу дела было. Вот Иона, я ему молюсь, и он, не я просто молюсь Господу Богу, он так делает. Подошла и помолиться ее мужу, чтобы он помер. Вот это да. Да я и там-то не молился. Я говорю, Господи, облегчи иго нашей сестры. Ну, а теперь уже ее нету, уже Полина Михайловна, это сказать, Дмитриевна умерла, и муж ее умер, их нету уже. Но верила она в молитву, не выскажешь как. У меня самого такой, наверное, веры не было. Как заболеет она, все, мне опять плохо, опять звонить начинает. Ну, это Бог делает, нашего тут ничего нету, мы еще языком ворочаем, что из этого будет. Усилить молитву о патриархе, о правителях, чтобы Бог сделал так, как ему надо, чтобы они не увлекались земными похотениями. А, конечно, о Максиме, об Андрее. Андрея, Максим пока тихо там, вот. Ему мои книги отнесли вчера, позавчера он получил, сильно благодарит. Просмотрел все, к нему прислушается, это близкий сподвижник Дворкина, Александр Ленин, главный сектовед России-то. А этот мои книги, которые получил, да тут ничего нету, тут это все не вредно, это чего же ради-то поносят-то. Все в мире меняется. Понятно? Об этой умершей-то надо молиться. А умершая, у Миши мама умерла, кто не знает, у Коряковцева, звать ее Раиса. Я вчера позвонил ему, какая помощь? Никакой помощи не надо. Заплатил 22 тысячи похоронное бюро. Да, Миша, мы бы это дешевле сделали. Там, говорит, ничего не сделаешь. Но сейчас денег вернут. Я говорю, ну тысяч 20-то вернут. Да ты что, назад уж не вернут. Ну так, раз не вернут, значит, там чуть ну, тысячи две вернут. 22 тысячи две, может, вернут там. А он думает, что половину вернут. Ну ладно, раз не нужны, значит, не нужны. Ну молитесь, Раису. Мы сразу стали о ней молиться. К слову о вредной и невредной литературе, поступила информация, что дня 3 назад в мечеть, в мусульманскую, приходили сотрудники Федеральной службы безопасности и прокуратуры и предоставили список литературы, которые мусульмане должны им отдать. В случае неповиновения санкция на закрытие их мечети. Вот до такого вот такая информация. Это одно. Ну и как бы спрашивают меня, как вот вести себя ну, в таких случаях. Вот ваш комментарий на это можете дать? А что это? Комментарий ваш. Какой? Ну вот на это. Потому что пришли. Ну вот а власти делают, а зачем мне комментировать это? Не надо, да? Не надо, никак. Вот. Я попрошу, нигде там ничего не комментируйте. Выступают где священники, они там между собой. Я нигде. Я только выступил относительно Степаненко и Кураева. Больше нигде. Почему? Ну я чувствую это. Больше нигде ни одного замечания. Я нигде ни одного комментария не даю. Даже на своих сайтах и фотографиях люди выходят и. Ну вот на днях я взял голубку у меня дома и посадил ее перед компьютером и сфотографировал. Столько отзывов, у нее рейтинг больше, чем у меня будет через неделю. Это надо так собрать, это так вот. А там ничего особенного нет. Но действительно она голубка, породистая. И написано форум Игнатия Лапкина, клавиатура рядом. И она сидит на дневнике у меня, вообще красиво. В общем, работает компьютер. Ну, я-то сказал, объяснил, там меня когда спрашивают, на каком языке идет, я говорю, служба на старокорнославянском. На русском только библейское, если оно не поется. А если поется, то поется по старокорнославянскому. И кричала. Да. Так, еще напоминаю, молимся о втором священнике. Кто молится? Во втором. Не забывайте, что дополнительно если Бог благословит, то братья поедут за рубеж, и там, возможно, будет рукоположить Виктора. Но
он не женат. Молимся о жене. Женить его надо. Сестры. Надо, Виктор, он мне звонил после этого и спрашивает, что там было на собрании. Я уже забыл, что об этом Игнат Тихонович говорил. Он говорит, а вот говорили, что вот без меня меня женили, вроде как шутит-то. Я говорю, ну, потерпи, брат, все, молимся. Значит, ну, молитва одна, нужно принять деятельное участие в этом, я думаю, как же сестры. Сказки. Значит, еще. Мы с братом на неделе Володей посетили Алтайский колледж, промышленно-экономический колледж. Значит, зашли к замдиректору по воспитательной работе и предложили встречу с молодежью. На что он нам категорически ответил нет, ссылаясь на федеральный закон о запрете деятельности религиозных организаций в светских учреждениях. Этот закон был принят в прошлом году в сентябре. Поэтому еще молимся о месте для занятий. Поэтому вот согласно этому закону в светских учреждениях место для занятий не предоставляется возможным согласно на этот закон. Поэтому заниматься Словом Божьим надо по домам, что мы и делаем, значит, три раза в неделю в 4 часа дня, понедельник, среда, пятница, телефон 250-638, приглашайте знакомых, близких, родных, приходите сами, телефон мой, он на всех Евангелиях, я вот этот вопрос взял на себя, и мы три раза в неделю занимаемся. По домам. Очень удобно приглашать. Потом будет трапеза. Вот и сестры сподобились, даже посещали вот меня. Слава Богу. Вот вроде все. У Игоря мы были. У Игоря тоже были по скайпу. Три часа. Коричневый 30-й том сюда пошли один мне. Три часа у меня были. Ну вот тут неожиданно появились дары святых волхвов. На Руси. Ну, привезли их с Афона. Но это очень сильно средства массовой информации сейчас везде. Они сначала в Москве были, 250 тысяч человек пришли поклониться этим дарам. Ну, и там спрашивают одного молодого иеромонаха, там, эти корреспонденты. Но самое главное это, ну, во всем этом-то, понятно, благодать, там, каждый одно и то же говорит, а не нескольких человек. И у всех благодать, спокойствие, там, душевное уравновешение. Ну, короче, все прекрасно. Погода хорошая была. Ну, иеромонаха спрашивает, ну, а как с исцелениями-то, ну в смысле с чудесами. И он говорит, все нормально, все хорошо с чудесами, все как обычно. Конечно же были чудеса. Ну расскажите хоть одно, а это уже тайна. Об этом вы узнаете. И показывают теперь эту тайну, переносят на Афон. Откуда же это чудо пришло к нам на Русь? Кстати, сейчас дары последний день в Санкт-Петербурге. Там что-то меньше народу ходит. Революционный город какой-то. Там всего десятки тысяч, а в Москве аж 250 тысяч. Ну, в общем, дело в следующем. Теперь журналисты, им же надо дальше продвигать телевизионные фильмы об Афоне. Откуда эти? И прям показывают этот алтарь, откуда вносятся святые дары. Что такое святые дары вообще? Может быть, кто-то не знает. Если кто в это верит, что эта святыня действительно приносилась Господу Богу. Это такие табличечки, можно их назвать золотые, действительно. Из золотых тонких плетеных нитей. Вот приблизительно вот такие, ну с пол ладошки у меня. Вот такие небольшенькие. Есть трапециевидные, есть квадратненькие. Ну действительно симпатичные. Но думают, что это где-то халдейского еще, а не века. Ну то есть давно, допустим. А ладан и смирна. Они называют его Ливан, ладан, ну то это смола. Они перемешаны в такие колбасочки, они называют их оливки. И нанизаны с жемчугами, с рубинчиками, на такие бусинки. И к нам привезли три ящичка. Но я так думал, что ну вот и все дары. А там рассказывают, нет, монахи не такие уж простые ребята. Они еще 9 штук оставили себе, всего их 12 ящиков. И вот они показывают еще эти ящики. Я смотрю, ящики богатые, серебра много в них, там золото. Думаю,
Хорошо, что на Афоне все-таки. У нас бы революционеры уже раскулачили, все переплавили, никто бы их и не знал, что они были. И теперь показывают дальше их монашескую жизнь. Но и вот тут я вот не знал этого, а тут как раз мама отошла ко Господу, брата Михаила, Раиса. Но я понял бы, что, допустим, как там делается у них. У них земли очень мало, у них такими ступеньками идет, то есть прям, видать, землю откуда-то или берут они, или набирают. И такие небольшие, допустим, метров 6 и в длину метров 30 участочки. Загорожены забором обязательно, тут из в скале прям выдолблены у них эти углубления. И монахи умирают, но умирают не так часто, во-первых, их не там много. Это я про Афонка рассказываю. И там у них специальные люди есть, которые заведуют мертвецкими. Я вот, допустим, этого, ну, не до конца знал, как это делается у них процесс. И он ходит, монах, и рассказывает, как они делают. Так как у них земли мало, они хоронят монахов вот на этих определенных площадках. По 15, 11, может даже меньше, до 8 человек. Вот они нахоронили всех. Через 8 лет происходит обращение у них. То есть они обращаются, истлевают, называется это, в кости. Они их достают из могил, из этих, косточки аккуратно очищают и показывают у них. Вот это вот, вот кто видел у нас Киево-Печерские? И вот там ходят, там лазят еле-еле, вот такие норки, и там эти кости. У них не так. У них там скалы, много скал. Вырублены огромные комнаты, ну большие комнаты, вот так если захватить, трапезная вместе с детской и даже, наверное, больше, высокие. И вот так вот где-то, вот так, все костями, допустим, тут бедренные кости у них лежат, там вот эти лучевые кости там лежат. Прям стеллажи, да? Прям, не стеллажи, прям от пола начиная каменного, и вот так вот все это усеяно. А вот тут вот аккуратные стеллажи, аккуратные, и черепов, видимо, невидимо. И надписи, везде надписи, и они как говорят, тут не просто так, тут же наши братья покоятся. Я каждого брата-то знаю, сам захоранивал. Вот, ну там передается ученикам из поколения в поколение. И вот он, выкопали они его, вытащили его оттуда, очистили, и надпись ему сделали. Когда помер-то это на кресте написано здесь, прям, а потом крест меняют, там другой уже. Они эту надпись переносят, когда помер, потом пишут, когда он выкопан. Каждую кость подписывают. И тогда уже этот брат готов к исторической, значит, своей, это, ну, дальше продолжение жизни. И вот они, все эти черепа, нет, все у них хватит в хранении. Люди уже за глаза хватают. Да, все. Да, ну, да. Я спрошу, как ты думаешь, почему Христос об этом ни слова не сказал? Он только сказал, отставь мертвецам хоронить мертвецов. Хоронить, и то это не нам, а мертвецам. А чтобы выкапывать, это уже не мертвецы. Которые выкапывают, это кто-то другой. Мертвецам оставьте хоронить мертвецов. А выкапывать это какое-то другое название, ниже мертвецов, я не знаю, Терафимы какие-то или кто-то. Вот эта религия православная, это греки-торгаши. Они такие были при царе Алексея Михайловича, всегда они были табакуры, такими и были. Сегодня вот, ну не кто-то говорит об этом, а Осипов. Известный профессор, и говорит, сколько сегодня фальсифицировано, продают. Вот сейчас захватили опять, еще курьер один везет кости, 300 костей. От кого, чего, с какой целью? Господь сказал, идите и проповедуйте, они будут ходить. Пишите Евангелие, нет, мы будем кости подписывать. Ну кто нас за серьезных верующих-то примет-то? Я говорю, скажите, вам, чтобы понятно было, о чем. Павел говорит, я для всех сделал совсем. Запятая, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых, хоть кого-то. Я говорю, вот если бы сказали нам там, ну, в 6 веке, что вот если не будете проповедовать, вот эти пустыни будут другой веры. Потом их будет 2 миллиарда, они будут взрывать автобусы с себя, вы спать не будете спокойно. Но их удержит то, что у вас есть иконы. Отрекитесь от икон. Мухаммад их не принимает. Ни один не отрекется. Тысячи взрывов будут по всему миру, будет война страшная, их много. Они захватывают уже государство весь Восток. Только одно самое начало, я поворачиваю назад мозги ваши, скажите, для всех всем, для мусульман сделайте как мусульманин, по одному вопросу, по одному, никак. Сектанты не приемлют иконы, тоже не приемлют, и кости. Отрекитесь от этого. Похоронили, прах и в прах возвратишься. Не делай изображения, но мы же делаем. Там написано, не служи и не поклоняйся. Дальше-то вы идете дальше.
храме Христом, который посетил Христос. Христос не поклонялся, не целовал эти изображения-то. Ну, поднимите их повыше, или как Лев Исаврянин, еретик он, еретик. Почему он еретик, я по сей день не знаю это. Нам нет выхода, мы не служители Божьи. Для кого ты сделался кто-то? Ну, для кого? Вот я Библию считаю, ой, у него протестантский уклон, он баптист. Библия — это уже баптист. Наигрались. Если порядок, строго одет, о, это старообрядцы, какая-то старообрядческая секта. Люди совершенно ничего не знают, они напитываются только злобой. Я вижу, вот семинарии, академии, кончают священники. Только одна цель у них – научиться оправдывать любое беззаконие. Другой цели нету. Любое беззаконие. Почему женщины в брюках, как ходили, какая была одежда в те времена? Ну, сегодня явно юбка и штаны. Он будет крутить, вертеть, почему? Он не может их убрать из храма, это половина мерзавки. Почему? Потому что мерзость перед Богом – это мерзавки. Это Б в церкви, о чем Степаненко сказал. Они поносят все. Вот спрашивают, ну-ка, я сегодня немножко прослушал, у меня не работает этот компьютер-то. А как, почему царь Николай так относился, и как нам относиться Григорию Гришке Распутину там? Он ничего не знает. А он же, говорит, знал будущее, будущего нету. Он отвечает, Дмитрий Смирнов, говорит, а будущего нету. Как будущего нет? Ему говорит, так а святые же предсказывали будущее. Он куда-то виляет, крутит. Он Библию в руки не берет, поп. Он совершенно как безбожник сидит, разговаривает. Я его не боюсь, поэтому прямо называю его. Мне чего его бояться там? Пусть он боится Слова Божие. Ему вопрос задают не ему. Гришка плохой был. Он раненый в живот, едва живой остался, это покушение на него. А царь в это время готовился найти на войну мобилизацию. Он, папа, не начинай войну, погибнешь ты, двор твой, и ты, все семейство, это пророк. Это редкое дарование пророк. Но это бывает, скажешь, Перовским, что попало, бредит поп. Он сказал, если на меня будет покушение от простых людей, меня убьют, то ничего не будет. Но если будут дворяне, будет смута там 5 лет, я не знаю как там, но если из царского двора будет на меня покушение, там, погибнет весь царский дом. А там-то были замешаны это все. Елисавета, которая канонизирована, Марфа Мариинская, сестра родная царицы там. Она поздравительные телеграммы слала, убили наконец, это святая. Убили наконец-то Гришку этого Распутина. А на него-то разные там двойники, похожие, блудили, ходили. А это не он, его там даже не было, сегодня это все доказано. Совершенно ни к нему не относилось. Это масоны избрали эту фигуру, через которую раскачать царский трон. Ему надо было уйти. Тут он не прав был. Но он пророк. И он отмечает, крутит, вертит туда-сюда. Я слушаю, хожу один дома, он все совершенно поп, безбожник. Потом маленько-то глянь, что Писание говорит. Опять вопрос задают ему. Он отмечает, ни разу Библию в руки не взял. Вот мы когда отмечаем, я в руках держу Библию, говорю, у нас серия бесед. Вопросы-ответы во свете Библии. И дальше я отвечаю. А что вы к Библии-то? Я к Библии, это Слово Божие называется. Я обращаюсь к Слову Божию, там свет. А вот вы бы, если не говорили, что вот это мочение лбов, не крещение, было бы к вам какое отношение хорошее? А кто бы я тогда был? Пророк. Лжепророк. Тот сам. Я должен говорить правду. Крещение там, где погружение, его нету. А как же я литургия? Литургия все на месте. А как? Не знаю как, это так принято. Но крещение должны вы совершить, его не было там, не было погружения. Его не было. Так а бывает обливание. Обливание в трех случаях. Трех. Клиник раздавленный, нельзя тронуть его. Больной лежит. Второе, в тюрьме, тогда облить, раздеть и три ведра на него вылить. Ну и в степи у татар плененный. Воды нигде нету. Это церковь добавила. Три. Ну у нас ни одного случая здесь нету. И подряд всех приходят ладошки. Это изверги рода человеческого. Они уничтожают нацию. Сегодня открытые реки текут. Ни один поп не хочет это. Ну, один, два, три там делают. Вот особо хорошее известие с Томской епархии. Он сказал, если я узнаю, кто крестит неполное погружение, мы расстанемся с ним. Ростислав, митрополит. Всегда молитесь за него. Но когда я начинал говорить, на меня все говорили против. А я десятки лет, уже лет 30 распространяю эти материалы. Они даже не знают, от кого на них веяние. Я все годы говорил, они говорят, креститься надо вот так на грудь, в освящение чувств, направо и налево, вот сюда куда показывают, в пах.
Я говорю, не туда, а вот сюда на поп. Томский или Томский? Господь всему сошел с неба. Воплотился через Деву Марию Иисусе Христе. Получил имя. Сыне Божий вознесся, помилуй меня грешного, стоящего на левой стороне. А сейчас пишут у Слободского, и сколько лет писали книги, что на грудь, а так поверни, вот поперечина на плече, этот короткий, получается перевернутый крест, ну нарисуй, тут, как, вот отсюда-то какой, вот только где. И один благочестивый человек нам сказал, а кто этот человек-то? Царская Россия везде учили неправильно. Ну он был человек, этот умер, сказал, а вы теперь перевернули, а вы тех-то людей-то вернете, которые неправильно. Они иногда трогаются, но поздновато. Опоздали маленько. Но моей дочери 16 лет, она такая, на 16 лет опоздала и на 9 месяцев еще. Мы не опоздали, мы вовремя вышли. Мы опоздали только в поездке. Опоздали мы где-то на год. А сегодня, если кто поедет за нами, на 4 года опоздали уже. Когда вышел определенный указ, видимо, от правительства, там за всем смотреть, экстремистское. Им тоже понятно, они определенную роль делают. Мы должны знать, чего они хотят. И не перейти грань возможного. Вот начинают воевать там с кем-то, общество какие-то, ничего этого не надо, учитесь молиться. И, Господи, да будет воля Твоя. Я еще спрошу, а Невзорова кто молится? Видишь, уже больше. Невзоров Александр Глебович. А Сергею Германе кто молится? Видишь, совсем мало. А Горбачеве? Вот, тут больше. Он живой, молится, чтобы Бог обратил его, чтобы он не умер. Беспокаянный. Он отворил такие дела, что не провернешь. Его миллионы людей проклинают. А мы должны молиться. Нам не надо. Умер, тогда уже все скончено. Да. Игнатий Иванович, я прошу, у нас просто нам уже в начале 12-го надо быть на обитом, потому что полдвенадцатого мы уже... Ну все, все, идем. Да, на благовестие я имею в виду. Так. Поблагодарим Бога. Нашу помощь. Давайте еще. А что опять? Пропойте. Достойно есть или что? Ну давай достойно. Достойно есть, да? Достойно есть, якого истину, блажите тебя, Богородицу, Пресна блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово рожшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи Боже наш, слава Тебе за великие милости и долготерпение. Да будет все в нашей жизни по воле Твоей святой. Услыши наша молитва родных и близких, не знающих Тебя, утопающих в пьянстве, останови. Не дай ему уйти из жизни без примирения с Тобою. Мы не своей воли просим, Господи, но Твоей. Пошли добрых жителей нам в селение и расшири общину нашу. Укажи, где мы должны остановиться, и к тому расположи сердца наших братьев Николая и Виктора. Тебе, Боже, слава, хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Аминь.